Так, всем привет! Мне очень сильно захотелось кабачковой икры, но так как у меня нету кабачков, я решила сделать икру из цукини. Буду делать в мультиварке. У кого нету мультиварки, можете использовать, может, ну, кастрюлю, да, с толстым дном. В общем, то, что у вас есть, мне кажется, хуже не получится. Но я буду делать в мультиварке, мне это намного удобнее будет. Вот, так что, какие ингредиенты нам надо? Смотрите, у меня вот таких 4 есть цукини. Я сейчас их помыла, и я очищу еще кожуру. И нарежу их кубиками. Потом я буду использовать 2 луковицы. Одна вот такая побольше, вторая немножко меньше. Вот такую морковку среднюю. Вот, ну, естественно, приправы, да, у нас соль, перец. Вот, лавровый листик, и у меня томатной пасты сегодня нету, и я заменю вот такой как бы томатный сок или томатный соус, можно сказать. У меня он с такими как бы с травами и с чесночком. Вот, и приступим сейчас.